посадки там. Спасибо, Дим. Ты снимай, мы пока покушаем. Хорошо. Не отвлекайся. Пока батарейка не сядет, снимай. Ты нарезай колбасы быстрее. Идет, а ты на природе. Ничего, парень. Что говоришь? Столько надо не на море брать, а сюда. Не угадал. Все, все. Снять на камеру? Да. Они на тебя смотрят, на них? Стой с них. Вот заброшенный домик деревенский. А, это номер 6. Нету куска стены. Огород тоже заброшенный. Чего не растет? Вот это называется глухомань. Дорога.
Дом номер 4. Слушай, а здесь, видать, администрация приезжала, видишь, смотрите, таблички все новенькие. Да? Да, новенькие, видишь, не облезлые. А что, все под контролем. А вон? Что-то это. А вон там еще с трубой что-то. Почему-то мне страшно этот дом. Вот еще домик. Или школа, или еще что-нибудь. Общежитель боится. Когда-то был жилым. Ну, ты видишь, шифер есть. Ты же видел, здесь крыша есть дранка. Да. Ты сбоку открой эту дверь и залезь внутрь кабины. А сбоку. Что там делать-то внутри? Рычаг себя потянешь, он заведет. Ну, тут, конечно, одни железяки. Я вот это поднять с трудом могу. Замочек. Не шуми. Здесь, правда, некого будить, но кто-нибудь проснется. Так. В том доме живут люди. Угу. Так, по-любому надо заходить. Пусть машина. А вон Вадик тот, который проезжал по мосту. За этим домом стоит. А-а-а. Москвичи охотой занимаются. Так. Ну что, Дим, надо делать разрешение на ружье. Ага. Вот, значит, дорога заканчивается. Дальше уже нет дороги, получается, начинается поле. И туда дальше вот стоят вот эти вот дома. Безлюдные. Сейчас мы заглянем внутрь и полюбуемся, что здесь творится. Здесь вот раньше рукомойник был, вон еще хатка одна заброшенная. Здесь одежда. О, шампунь. Ого, ступеньки. Тут уже бальзам полоскать. Что не видно. Здесь уже техника какая-то даже есть. Трактор Т-40 или какой-то. Картошку сажаю, здесь уже все, я уже ехать. Я по этим дорогам не хочу. Там долго ехать. Только дело такой... не были. Древняя. Она вообще. А еще новенький почти. Ну, красивый. Что, вниз? Да. Едем, одни деревья. Кто у нас кто-то рулит-то хоть, я не могу понять. А, дядя Дима сел за руль. Ну все, сейчас точно в деревню приедем. Сейчас мы приедем, это точно. В деревню. Что там у нас лужится, да?
До Москвы едешь, командир? Да. Ну давай, я тебя догоню. Никаких жилых строений абсолютно. Дорога вот туда. И сюда. Да, кстати, я за рулем был. Без крыши пока, алтарная часть. Вера. И березы растут, и никого рядом, вообще никого. Природа. Вообще никого, ничего. Сейчас пойдем купаться. Маски нету. Так-то вот на берегу раки есть. О! Тоже раки. Раки, тоже раки. Если упаду, ничего страшного. О, вон она большая леди. Где? Была реально вот такая. Камера туда. Сплануха. Вот. Камеру там полезла.
Вот это церквуха. Результат деятельности советской власти. Вот это да. Это да. Это кто это там крякает? Реставрировать, но тут уже, по-моему, все. Закончили пытаться? Весь уже надо, да. Сюда, спустись, куда зайти? Сейчас, блин. Давай. Все? Налазились? Там по потолку не ходим, там обваливается. Можно сюда залезть? Спускайся, тебя. Буду здесь встречать камерой. Выходит из стены человек.